Всем большой привет! Я нахожусь в магазине, и сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня мы будем с вами снимать вкуснейший рецепт и новогодний стол. Сейчас я нахожусь в магазине, и будем вместе с вами выбирать продукты. У меня есть список. Я половину купила вчера, половину мне осталось сегодня купить. Так что погнали! Ну а это видео я снимаю не одна, а совместно с другими замечательными девочками-блогерами, которые для вас подготовили огромное количество вкусняшек. Вы только посмотрите на эту красоту. Кстати, команда у нас очень интересная. Все живут в разных странах. Швеция, Украина, Финляндия, Россия. Я уверена, что вы найдете для себя что-то новенькое, откроете для себя новые рецепты. Ну и, конечно же, загляните в инфобокс, там все ссылочки оставлю на девочек. Обязательно поддерживайте, ставим лайки, подписываемся. Ну и погнали! Но если вы до сих пор еще не перешли на каналы девочек и решили посмотреть, что же подготовила я, то давайте начнем. Так, ну и первая закусочка у нас закуска с песто. На самом деле можно купить отдельно вяленые томаты, можно купить отдельно песто. Но я нашла баночку, где это уже все вместе, и тем самым даже немножко сэкономила. Вот такая вот закусочка вкуснейшая у нас получается. Легко и быстро. А вторая закусочка у нас закуска с рыбой. В первую очередь мы обжариваем наш багет с двух сторон на гриле. Можно на обычной сковородке без масла. Далее мы натираем 2 яйца, плавленый сырок, добавляем майонез. Крупной терке натираем свежий огурец. Все это намазываем, и получается вкуснейшая закусочка. Очень быстро готовится, и она безумно вкусная. Поверьте мне, я все знаю. Ну и следующая закуска, которая покорит ваши сердца, это мое открытие, это невероятно вкусно. Просто обязательно это попробуйте, девчонки. Такие вот шашлычки у нас получаются. Это невероятно вкусно. Вот поверьте мне. Сверху можно еще посыпать немножко зелени, но у меня она кончилась, к сожалению. Ну и последнее, что вам покажу, это просто бомба. Нам нужны огромные шампиньоны. Кому интересно, купила их в ленте. Мы их чистим, отрезаем ножки. Все это очень-очень-очень мелко нарезаем вместе с луком. Обжариваем, добавляем туда курочку филе, которую тоже мелко нарезаем, и сливки.
stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on. Вот такая вот красота у меня получилась. Я надеюсь, вам видео очень-очень понравилось. Я буду рада, если вы поддержите меня лайком и напишите какой-нибудь комментарий. Поверьте, все это безумно вкусно. Съели мы очень быстро. Спасибо за просмотр. Переходите на канал девочек. Всем пока! We forgot.